Всем привет! В этом видео пойдет речь о каролинской оснастке для ловли окуня. Я покажу два варианта оснастки. Такой, скажем, самый более простой и тот, который использую я. У каждого рыболова эта оснастка маленько отличается. Каждый говорит, что вот у другого неправильно. Я никому ничего доказывать не собираюсь, я просто покажу, на что я рыбачу. Итак, самая простая версия каролинской оснастки, это когда берется у нас наш основной шнур. Обычно это какой-то тонкий шнур для дальнего заброса. Продевается он в груз-пулю. После пули одевается бусинка. Причем по бусинке тоже такой спорный момент. Кто-то говорит, что она должна быть чуть ли не стеклянная, а груз латунный, чтобы вот это все стучало очень сильно под водой, привлекало окуня. Но я не представляю, как это будет все стучать, когда это все тащится по дну, откуда там возьмется свободный ход. Поэтому просто бусинка, или как я использую, мягкий шарик, но это я покажу позже. Соответственно, вяжем пулю, одеваем бусинку и сюда привязываем обычный вертлюг. И уже к вертлюгу привязываю я поводок. Обычно это леска в районе 0,3, 0,3, 0,25, 0,33, вот конкретно вот это у меня флюр. То есть привязываем поводок. По длине я использую обычно 0,5-1 метр. Ну, как правило, у меня сантиметров 60-80 скорее будет поводок. То есть я особо каких-то длинных не вижу и коротких не вижу сильно. Ну, соответственно, берем вот полметра поводок и привязываем туда офсетный крючок. Офсетник номер 4 я использую по окуню в большинстве случаев. Самый такой оптимальный размер. Ну и на офсетник одевается уже резина. Я вот люблю всякие каракашки, рачки такие. Некоторые рыбачат на червей конкретно, прям черви длинные. Ну вот, например, такая личинка стрекозы, или не знаю, чего это личинка, отлично работает по окуню. Ну и вот такая получается оснастка. Основной шнур, пуля, бусинка, вертлюг, поводок, и здесь офсетник идет с приманкой. Кто-то ставит еще бусинку перед грузилом, я этого не делаю, говорят, что спасает от перехлестов, хотя как бы, ну не знаю. Попробовать я никогда не ставлю и рыбачу вот так. Это, можно сказать, самый простой монтаж каролины. Я использую монтаж чуть-чуть другой. У меня обычно с собой заготовленный вот такой монтаж. Это вот такой вертлюг небольшой. Идет флюр, у меня в частности 0,4, на котором насажена пуля. С другой стороны стоит у меня такой шарик. Это не бусинка, а мягкий шарик. Он такой амортизирует маленько. И еще один вертлюг. То есть вот такая оснастка получается. И к ней уже я привязываю поводок сзади. То есть сзади привязываю поводок, опять длиной там полметра, чуть больше. А спереди этот вертлюг просто привязываю к основной леске. То есть мне не нужно там ничего собирать. Я приехал на рыбалку, просто привязал готовую оснастку. И рыбачу, если нужен другой вес, я просто отрезаю эту оснастку, беру другой вес, то есть подготовленный, это у меня 16, там 14 грамм, вот это у меня тяжелое. По весу грузила, тяжелый я использую обычно, когда нужно очень далеко кидать, максимально далеко, или когда сильный ветер, когда шнур парусит, чтобы это всю петлю утягивало, я ставлю 20 грамм, больше не ставлю. Ну а по такой по тихой воде, если где-то на коротке рыбачить, то есть там от 10, 10, 14 это так грамм. То есть двадцаточка у меня в основном это берег, дальний-дальний заброс и когда сильный ветер. Вот такой вариант каролинской оснастки, используя для ловли окуня. Рыбачу в основном в стоячей воде, песчаное дно, вдоль травы. Поэтому вот такая оснастка меня вполне устраивает. По проводке лучше показать, наверное, на практике. Следующее видео будет уже с воды, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. И там мы посмотрим, что на это ловится.
и ловится ли на это вообще что-нибудь, и какие проводки можно использовать. Ну а на этом у меня на сегодня все. С вами был Сергей и канал «Рыбалка на хищника». Пока! Есть.